Здравствуйте, я Губарь Алексей Федорович, преподаватель учебного центра «Специалист». Разрабатываю и преподаю практически все курсы направления «Helpdesk», плюс основы сетевых технологий, плюс восстановление данных. Направление «Helpdesk» – достаточно широкое направление, которое дает пользователю представление, из каких узлов, из чего состоит компьютер, как работает каждый узел, как работает каждый компонент. Плюс мы получаем информацию о взаимодействии этих узлов. Плюс мы имеем возможность научить пользователя диагностировать. То есть компьютер – это живой организм. И если с ним, как и с живым организмом, встречается какая-то проблема, проблему нужно идентифицировать для того, чтобы восстановить работоспособность. Вот цель цепочки курсов по направлению Helpdesk – научить пользователя правильно понимать работу компьютера, выполнять диагностику и восстановление системы. В учебном центре «Специалист» разработана целая цепочка курсов для начинающих пользователей. Курсы «Настройка офисных и домашних компьютеров». На этих курсах мы понимаем, под управлением какого программного обеспечения работает компьютер, как устанавливать это программное обеспечение, как его настраивать, как его обслуживать. Курс «Технический обслуживание и ремонт» предназначен для получения навыков по диагностике компонентов компьютера, по выявлению технической неисправности и по восстановлению работоспособности. Ну и дальше продолжение – это основы сетевых технологий. Он является как бы базовым, фундаментальным для подготовки пользователя на должность системного администратора. То есть это фундамент, который закладывается в его профессионализм в направлении именно этом – системное администрирование. Я думаю, что это великолепный центр, который готовит прекрасных специалистов. Замечательно повышает квалификацию людей, и которые, в общем, теперь хотят работать с этой компьютерной техникой, обслуживать ее. Друзья, для того, чтобы понимать компьютер и справляться с большинством проблем, я приглашаю вас себе на курсы. Курсы настройки офисных домашних компьютеров, курсы «Техническое обслуживание и ремонт» для диагностики, для поиска неисправностей, курсы «Основы сети и сетевых операционных систем» для понимания настроек сети и сетевого взаимодействия. До встречи!